Супер! И поехали! Thank you.
Это означает развод инициации. Итак, последнее приготовление. Все по-серьезному для настоящих соревнований. Ребят, пилотов мне сюда давайте. Буквально через несколько минут мы сможем увидеть
лучших пилотов. Итак, дорогие друзья, дождик закончился, и я призываю всех подтягиваться сюда, на нашу площадку. Потому что здесь сегодня проходит всероссийское научно-техническое соревнование «Формула-1» 2004. Очень интересные спортивные автомобили.
чтобы он не изменил коллективы, не изменился, и не изменил образом лучше не изменился. Первые судьи в чате, что начали вот эту гонку, это ради, конечно же, зрителей и дрифтеров. Спортсмены несколько метров двигаются рядом, это называется респект-зона. Двигаются они рядом для того, чтобы у них был одинаковый разгон, потому что если кто-то уедет вперед на этой зоне, то дрифта не получится. И в принципе будет перезаезд. Вот один участник, кто первый, второй за ним. Начинается дрифт. Научно-технические соревнования «Формула Тюмень 2014. Они подвергли сейчас соревнования по Тюмени. 3-2-1, старт! Да, 10 минут сейчас, пользу. Да, пользу антезы 10-0. И посмотрим наш ход, последний японский, а там рубрик немецкого.
разглазил. Сейчас, потому что это можно делать только в специально отведенных безопасных местах. Yes.
Высоко. Я точно знаю, что эти места будут заняты, я тогда здесь побуду. Добрый день, друзья! Как настроение? У меня есть ощущение, что здесь собрались люди, для которых запах бензина, уютная атмосфера гаража, вот эта грязь под ногтями кое-что значит. Это так?